Николай Морозов, Саша. Саша давно просил маму подарить ему пистолет. Потом стреляет пистолет. Зачем тебе такой пистолет? Говорит мама, это опасно. Игрушка, что тут может опасного, если бы он пульками стреляет? А то пистолет из него все равно никто не убьешь. Мама, ли что может случиться с пустым коском? И убьет тебе глаз.